сигнал дан, и на базе Сибирского легиона стартовал чемпионат Уральского федерального округа по спортивному ориентированию. Участники на скорость должны следовать по маркированной трассе к месту финиша в лесу. Сила и скорость – не самые важные качества для спортсменов. Здесь главным является навык ориентирования на местности. Ровно за минуту до старта участникам выдают карту. На ней отмечены правильные контрольные пункты. Спортсменам необходимо определить их и отметиться специализированным чипом. Для безопасности спортсменов соревнования предусматривают ограничения в пространстве. У нас со всех сторон горизонта есть так называемые ориентиры, на которые спортсмен, если он на них упирается, он уже дальше не может идти. Ну, то есть он понимает, что он уже на краю карты, и дальше смысла идти нет. То есть у нас, допустим, с севера железная дорога, с юга у нас берег, с востока у нас дорога идет. И поэтому участник просто в нее упирается и понимает, лес закончился. То есть все у нас ограничено пространство, и поэтому спортсмен, если даже заблудился, мы его найдем. Всего в чемпионате и первенстве по спортивному ориентированию приняли участие 120 человек до 35 лет. Самым маленьким здесь всего 12. Если честно, но мне немножко страшно, да, и занимаюсь где-то 6-7 лет. И я хочу как-нибудь занять где-то быть хоть в пятерке. В Сургут съехались представители из 5 регионов – Хмао, Югры, Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Лучших отобрали на местном этапе для принятия участия в сегодняшних соревнованиях. По уровню сложности спортивное ориентирование тренеры сравнивают с шахматами. Ориентировщики – это умные лыжники. Первая голова, потом ноги. Только в таком случае они что-то добиваются. Мгновенно нужно, глядя одним взглядом на карту, понять, где ты находишься, понять, какая местность, и одновременно все вокруг видеть и понимать, и находиться в этой точке. Это очень сложно. От Ханты-Мансийского округа приняли участие 24 спортсмена. Одна из них – Богдана Рева. Сургутская спортсменка занимается ориентированием около 2 лет. Говорит, что особенно важно в этом деле – подобрать правильную тактику. Ты, когда едешь, ты выкладываешься на самом начале, но немного спускаешь скорость в конце. Пытаешься догнать соперников, но иногда не получается. По результатам первого дня из 6 номинаций золото взяли 2 спортсмена из Челябинска, столько же из Свердловской области. Одну золотую медаль завоевал спортсмен из Тюмени. Рузиева Шойра из команды Ханты-Мансийского округа опередила своих соперниц из старшей группы. Соревнования продлятся еще 2 дня. По итогам будут определены спортсмены, которые выступят за Уральский федеральный округ на первенстве России. Виктория Дрягина, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.